Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу поделиться с вами подарком, который я сделала своими руками для своей свекрови. На данный момент я проживаю в Тунисе, и так как здесь мусульманская страна, то в основном здесь женщины ходят покрытые. Свекровь читает намаз, и у нее есть красивое одеяние, в котором она это совершает. И я решила ей отшить подобное, поэтому я думаю, что она с восторгом и на ура примет мой подарок. Если вам понравилась эта модель и вы хотите приобрести для себя, чтобы пошить такой намазник, либо же точно так же, как я, вы хотите сделать приятное, сделать подарок своим родным, близким, либо сестрам, то вы можете приобрести у меня мой мастер-класс, в котором я очень подробно, детально все рассказала, все расписала, как можно отшить вот такой вот намазник. Цена такого онлайн-урока будет стоить 5000 тенге. За более подробной информацией вы можете обращаться в мои соцсети, где я вам очень все подробно расскажу, покажу. И надеюсь, что вы останетесь довольны от вот такого вот намазника, в котором будет очень комфортно совершать намаз. Даже если вы будете одеты в обычной своей одежде, вы можете быстро накинуть химар на себя, одеть юбку и начать молиться. Это очень удобно, занимает всего лишь несколько секунд, чтобы это все одеть, быстро накрыться. Поэтому мне идея очень понравилась. Думаю, что многие из вас точно так же оценят эту идею. Также на моем YouTube-канале очень много подробных видео, как шить обычные юбки, как настрочить, как подстрочить. Какие-то такие супер лайфхаки я уже сделала на своем канале. Поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик об уведомлениях, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем вам хорошего настроения, всем хорошего дня и всем пока-пока!